Южноуральцы скоро вновь пойдут к избирательным урнам. Через два месяца, 13 марта, нужно будет выбрать депутатов муниципальной думы и собрания, а также глав двух сельских поселений – Великопетровского и Снежинского. В областном центре пройдут до выборов городскую думу. Два депутатских кресла освободились после ухода Егора Ковальчука в заместителя главы администрации Алексея Севастьянова на должность омбудсмена. Также после 13 марта обновится состав собрания депутатов Катав-Ивановского, Нагайбакского, Ашинского, Саткинского районов и города Троицка. В настоящее время в избирательной кампании идет стадия выдвижения и регистрации кандидатов. Закончится она 31 января.